Белка из парка в поселке Сахарова стала героиней видео о жизни диких животных. В кормушке для зверька установили камеру, которая засняла трапезу пушистого лесного обитателя. Сначала белка с любопытством смотрела на незнакомый для нее аппарат, внимательно изучила его и начала лакомиться семечками, не стесняясь того, что ее снимают. Далее в кормушку заглянул еще один зверек, однако, заметив, что место занято, скрылся из кадра. К слову, специалисты советуют кормить белок сырыми лесными, грецкими и кедровыми орехами, а также подсолнечными и тыквенными семечками. При этом категорически запрещено давать им жареные угощения и миндаль.